Слова и музыка Виктории Черенцовой. Поет, опять же таки, Виктория Черенцова. Песня называется... Виктория Черенцова? Боль. Песня «Боль». Встречайте, Виктория Черенцова. Нашим бескомпромиссным судьям. Роман, как вам Виктория сегодня? Виктория сегодня очень хорошо выглядит, во-первых, в этом платье. Спасибо. Если это костюмеры предложили, или это если ваша находка, я бы сохранил, Вика, это платье на будущее. А вообще, я сегодня безумно доволен концертом, который проходит, потому что я не видел еще ни одного сегодня слабого выступления. То есть каждый участник доказал, что он по праву присутствует на этом этапе фактора. Но вот что для меня лично, есть артисты, которые отдают мне со сцены энергию, и мне очень нравится ее получать. И я своими аплодисментами и своей эмоциональной какой-то историей отдаю энергию обратно. Вот «Не к ночи будет помянутым Савиным» происходит у меня вот такой обмен. А с Викторией у меня обмена не происходит. Возможно, это связано с какими-то личными переживаниями Виктории, я не знаю. Но просто у меня такое ощущение, что в основном то, что она делает больше для себя пока. И пока какого-то контакта, по крайней мере, у меня, может быть, это просто не мой артист, а я не ее зритель, не происходит. А в остальном, то есть, ну, все, картинка отличная, не придерешься. Но огонька не зажигает. Песня понравилась, Ром?
Песня? Да, песня. Понравилась. Была. Песня хорошая. Спасибо большое. Спасибо. Борис Аркадьевич. Я не знаю, как называется, петь для себя или от себя, но мне кажется, что действительно то, что Вика делает свое, личностное, вот получается намного лучше. Я могу сказать совершенно точно, что я очень запомнил «Млечный путь», да, я выхожу на «Млечный путь». Меня тогда это торкнуло очень серьезно. Так мне сейчас понравилась эта песня. Видимо, когда ты проживаешь это, сама рождаешь, наверное, получается убедительно. Потому что, скажу честно, а Гузарова у меня номер потрясающий, ты отработала хорошо, но меня не убедила. Вот нет какой-то, ты не делаешь это лучше и не по-своему, не знаю, вот для меня, например. Но вот эти вещи, они абсолютно твои. Вот «Млечный путь» абсолютно твой. Я вот слыхал, даже у людей уже там звучат, я думаю, я даже долго не мог вспомнить. Оказывается, скачивают «Млечный путь». Он, да, есть такое? Видишь, да. Значит, людям нравится. Молодец. Вот. Начала вот продавать параллельно. Молодец. Да. Нет, «Млечный путь» — это была ее песня. Но сам факт, что, видимо, то, что идет от тебя, то, что идет из души, это и есть твое. Так я понимаю. Спасибо большое, Борис Аркадьевич. Спасибо. Лолита, а вы что думаете о своей воспитаннице? Знаете, что я думаю? Вот первая запись, которая сегодня появилась на моем листе в адрес Вики, я первый раз заметила, что ты идеально сложена. Потому что все конкурсные дни я все время смотрела, как, чего, где, по органике, по актерскому мастерству, вокально. Мне было не до этого, и, вероятно, я как зритель не успевала это заметить. А сегодня, когда ты была спокойна, я еще написала «Тигрица», которую выпустили из клетки. Это потому что муж не пришел на концерт твой, Лолит, просто. Это еще и джин из бутылки. Это все, что было внутри, о, оно вышло и вылилось в уверенность, в спокойствие. Потрясающе, здорово сделала «Желтые ботинки». И я себе написала, добавила в эту песню секс. Простите меня, дети, которые еще не легли спать. До этого я в этой песне его просто не видела. Прости меня, Жанна Агузарова. Обращаясь к своему мужу, да? Спасибо большое. Но еще есть зритель бывает разный. Он бывает активный, пассивный, ленивый. Зрелый, невызревший. Я думаю, что ты певица для умных. А остальные пусть подтягиваются. Роман, вы услышали, да? Спасибо вам. Алла Борисовна, вам слово. Господи, у меня просто нет слов. Что тут говорят такое? Кошмар. Я теряюсь прям. Вика, я счастлива, что ты дотянула до того момента, чтобы наконец показать самое себя. Наконец то, что, собственно, должны были услышать от тебя. И зазвучала эта песня «Боль». Конечно, так, как она должна звучать. Более светло и более уверенно в собственных силах. И я поздравляю тебя с этим. И теперь мне уже не страшно, уйдешь ты, не уйдешь. Главное, что ты показала, наконец, себя ту, которой ты должна вот, быть по жизни. Ты действительно большой мастер именно в создании своих песен и в исполнении своих песен. Спасибо. И дай Бог, чтобы они у тебя были. И чтобы у тебя это сложилось. Только выдержки, терпение и ни грамма уныния. И ты притянешь к себе силу успеха. Спасибо. Спасибо большое. Уйдет сегодня Виктория Черенцова или вся страна надеется? Нет, зависит только от вас, уважаемые зрители. Не забывайте голосовать. Отправляйте смс с цифрой 05 на номер 1819 или звоните по телефону 8 803 333 4905. Виктория Черенцова!